Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Adams Channel. Друзья, прежде чем приступить к пожеланиям на Новый год, я бы хотел выразить слова благодарности вам, дорогие мои подписчики, зрители моего канала Adams Channel. Дорогие друзья, я очень и очень вам благодарен за то, что вы на протяжении многих лет остаетесь со мной на канале Adams Channel. Мы вместе сотрудничаем, вместе регистрируемся на новых проектах, зарабатываем. Я очень вам благодарен за поддержку моего канала вашими просмотрами, лайками, подписками, комментариями. Я очень-очень это ценю, друзья. Это говорит о том, что мой канал действительно кому-то нужен, кому-то он полезный. Кто-то узнает что-то новое, кто-то узнает, как где-то зарабатывать, кто-то узнает то, что его интересует. Я этому очень рад. Это говорит о том, что я свою работу делаю не зря. Также, друзья, я благодарен YouTube за то, что он предоставил мне такую возможность связаться с вами, выйти с вами на контакт, делиться с вами информацией, вместе узнавать что-то новое и вместе продвигаться дальше. Дорогие друзья, я всегда говорил и еще раз повторюсь, что количество моих подписчиков – это показатель моей полезности обществу, моей и моей деятельности. И еще раз, друзья, огромное вам спасибо за это, потому что именно вы, то есть мои подписчики, мои зрители, вы являетесь основой моего канала. Без вас мой канал – это ничто. Друзья, мы с вами на пороге 2021 года. Хочу вам пожелать, друзья, чтобы в этом году вы стали намного успешнее, чем в прошлом. Конечно же, для всего этого необходимо крепкое здоровье, и я это вам желаю в самую первую очередь. Здоровья, чтобы у вас никогда, нигде ничего не болело, чтобы не было каких-либо неприятных ощущений в теле, чтобы вы всегда чувствовали себя хорошо, отлично, чтобы у вас всегда было 100% энергии, чтобы в вашей жизни было много позитива и мало, очень-очень мало негатива. Конечно, без негатива невозможно, так устроена наша жизнь, но пусть этот негатив будет проходить нас стороной, или, если он и случается, то пусть это будет реже, редко. Конечно же, я вам желаю счастья. Ну, счастье для каждого – это свое, каждый понимает счастье по-своему. Так вот, то, что вы желаете себе, пусть это сбудется, если это все не причиняет вреда другим. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте успешны и будьте добрее друг другу, понимайте друг друга. Это намного сделает жизнь интересной, потому что сама по себе жизнь очень короткая. И не стоит ее тратить на обиды, на злобу друг другу. Наоборот, дарите друг другу только позитивную энергию, и вы будете ее получать взамен. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Это действительно так. И поэтому я вам желаю, чтобы вы сажали только хорошие семена и пожинали только хорошие, отличные плоды. Пусть каждый день будет для вас каким-то открытием. Благодарите каждый день за то, что вы живете. Не жалуйтесь на рутину, потому что все может кончиться в один прекрасный день. Все может измениться в один прекрасный день. И поэтому цените то, что имеете. Будьте благодарны этому. Жизни, Вселенной, родителям, Богу. И жизнь будет прекрасной. Всем добра, друзья. Всех благ. Огромнейшего здоровья. Крепчайшего здоровья. И всего самого-самого наилучшего. С Новым годом. С новым 2021 годом.